Привет всех любителей рыбалки, изготовителей рыболовных снастей, людей, которые ищут какой-то бизнес. Ну, вот одно из направлений по рыбалке – это изготовление макушатников. Там идет целый сервис макуха, клипса для макушатника, сам грузик для макушатника. Вот один из элементов этой снасти – это вот такие груза со спинками. Это заказ «Волгоград». Только закончил фрезеровку этой формы, еще будет установка ручек, накидных болтов. У меня есть еще пару заказчиков на такие груза, ну, на такие формы. Я хочу показать, как оно визуально все смотрится. Значит, проливка была на холодную форму, свежеотфрезерованную, то есть ее надо закоптить, тогда будет и нагреть. И тогда свинец будет скользить, а не сползать по стенкам. Тогда она будет красивые гладкие пластиночки такие. 80, 100, 140 грамм. Это сквозные отверстия, вот эти проволочки потом вытаскиваются. Сейчас я не могу на руку вытащить. Где отверстие вот такое для лески. Макухи у меня нет, но что-то вот такое, оно так становится. Сюда. Фиксируется, вот тут есть резинки. Можно резинками фиксировать вот через эти пазы. И вот сюда крючки привязываются. И кубик, и а тут клипсы меняются. Просто не буду ставить крючки вот здесь. Ну, что-то вот такое, так понимаю. Что я в основном ласточкин хвост делаю. Первый раз пластинки такие отфрезеровал. Это тоже ходовая тема. Просто у меня ее ни разу не заказывали. Сейчас сезон пошел на рыбалку. И вот для макушатника это различные модификации груза. Один из них это ласточкин хвост, тоже его нет под рукой, ну, у меня на канале это все можно увидеть. И вот такая пластинка, давно видел ее в интернете, но не имею возможности просто так фрезеровать для удовольствия. У меня станки заняты постоянно. Сейчас как раз только на паузе, потому что надо сейчас другие фрезеровать формы. Вот пользуюсь паузой. Сейчас решил снять видео. Но это не законченный вариант, то есть еще будут установлены ручки на вот эту форму. Накидные болты для фиксации. Вот такая пластинка. Одна половинка. Вторая половинка. Все это вместе вот получается при отливке вот такие пластинки. Все. До следующего видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делитесь. Только на моем канале новинки. Редкие формы для литья грузил. Которые, если поискать, то тяжело найти. Вообще практически нет на YouTube. Есть какие-то отдельные, тут системные, то есть видео по рыболовным формам для грузил, по пластику частично, еще по каким-то элементам. То есть что есть такое интересное, я показываю. Так как я фрезерую каждый день что-то разное, у меня нет ничего такого повторяющегося постоянно. Вот еще одна парочка интересных форм, которые давно хотели у меня заказать, но я не понимал, как они должны быть выглядеть. И я их отфрезерую, отолью, и вы посмотрите еще на интересные виды фон для фидерных кормушек. Все, до следующего видео.